сделать красивого человека. Мне кажется, в телевизоре мальчикам намного проще в плане внешности, чем девочкам. Ну, максимум у меня уйдет, ну, сколько, ну, 20, да, минут. Очки настолько привязались к моей внешности, что я так представляю себе, что если бы я в кадре появился без очков, меня бы, может быть, и не узнали даже. Прикольно. Раз, и красивая голова. Любой какой-то там огрех на коже сразу, знаешь, вот так его видно. Поэтому, соответственно, приходится вот это вот делать. Да. Здесь аллергия не аллергия, но здесь в основном тон. Угу. Если не так подберешь тон, это уже получается еще другая картина. Вообще у меня, кстати, кажется, такое чувство, что Ирлан, наверное, пожалуй, в профессии один из немногих мужчин. Я уже 11 лет занимаюсь этим делом, так что... Был один раз на одной программе, это давно, я был белый. Как-то, знаешь, там, по-моему, так, типа, было видно в кадре, ну, как там, руки, там, может быть, шея. Все такие, готичненько. А лицо, да, белое. Я такой, что такое, вы что сделали? Я все гримировал, все как, ну, многие, очень много, так что я перечислить как бы не буду, причесывал там. Там выбор либо работа, либо интернет. Да, получается, Ирлан все время вживую с людьми работает, ему, короче, не до виртуала. Да, то есть, да, домой приходишь уже поздно ночью, а рано утром, так же, двигать нет, работу. Ну, что, сейчас немного, потом в пекло, блин, студийное. А вот и бизнес-ресурс. Представляешь, я только недавно научился галстук завязывать. Ну как, там, несколько лет назад. До этого вообще не умел. Ой, братцы, уже жарко, представляете? Здравствуйте, это программа «Азбука Капитала» и я ее ведущий Серик Акишев. Медиахолдинг «Бизнес-ресурсы». Они делают многие интересные вещи, в том числе и вот эту программу «Азбука Капитала» для телеканала «Казахстан» по заказу Национального банка. Мы в очень, прямо скажем, простой, доходчивой форме проводим, так сказать, ликбез по финансовым каким-то моментам. Здравствуйте, это программа «Азбука Капитала» и я ее ведущий Серик Акишев. Для начала самые свежие новости о деньгах и вокруг них в информационном дайджесте за неделю. Просто знайте, и ваши деньги будут работать на вас. Итак, поясним заданные вопросы. Пойдем, пожалуйста, из-под софитов, очень жарко. Ура, мы вышли туда, где можно дышать. Так вот выглядит наполовину собранная программа. А, ну вот. Ой, смотри, прическа какая-то дурацкая. Это копеечка. 1 тенге. Я не знал, что он такой красивый. Смотри как. Ну, слушай, если бы он был из того, из чего он на самом деле состоит, он был бы нереально тяжелым, мне кажется. Так, в том плане, что уже закончил. А здесь, кстати, такая интересная территория, вообще прикольная. Знаешь, в этом плане, по-моему, сейчас 31-й самый экологический, да, чистый, если... Серик настолько крутой, что для него поднимают шлагбаум. Нет, там можно обойти, но что-то съемки меня это самое обессилили немного. Итак, первый выпуск передачи, которая вот он заканчивается у меня во дворе. Я пойду домой отдыхать и вам желаю... А, ну вы же дома. Хотя на работе, идите домой. Если дома, смотрите дальше что-нибудь интересное на Юви ТВ.